Нашумевшую тему с финансированием скорой помощи прокомментировали мэр Одессы Геннадий Труханов и глава бюджетной комиссии облсовета Евгения Абрамова. Они ссылаются на отсутствие полной отчетности и нуждах, и растратах со стороны Департамента здравоохранения и социальной защиты облгосадминистрации. Евгения Абрамова отмечает, что работа скорой помощи будет находиться на грани остановки до тех пор, пока директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Татьяна Кривая не подпишет соответствующие документы о распределении средств. На данный момент счета Департамента облгосадминистрации заблокированы. Сейчас же автобаза отпускает бензин в долг, но в случае отказа скорая помощь просто остановится. Сегодня в Одессе и Одесской области сложилась критическая ситуация по работе скорой помощи. Связана она с безграмотным руководством Михаилом Саакашвили и его так называемой командой. В результате этой работы и реформ, в кавычках реформ, которые они проводили, ситуация доведена до критической. Связано это с тем, что финансирование казначейства заблокировало счета облгосадминистрации. В результате того, что они просто не понимают, что такое отчетность, что такое работать по закону, что такое финансовая дисциплина. Вопрос о том, что на работу этих служб недостаточно средств в бюджете, возник летом. С лета комиссия здравоохранения Одесского областного совета пыталась добиться от профильного департамента, Департамента здраво- и социальной защиты населения Одесской облгосадминистрации необходимые расчеты. Есть бюджетный кодекс Украины, который предполагает, что для выделения каких-либо средств из бюджета нужно обосновать эти расходы.